Здравствуйте, друзья! Вы снова на Farnax Fuel, и сегодня мы вновь будем готовить в афганском казане на открытом воздухе. Вы уже знаете, что афганский казан – универсальное устройство, в котором можно готовить даже на обычной домашней плите. Но самый смак – это приготовить вкуснейшее, нежнейшее мясо на открытом огне. Это может быть и костер, и, конечно же, дачный мангал. И самое простое, и самое, пожалуй, вкусное блюдо, которое можно приготовить в афганском казане – это картошка с мясом. Пришла пора ставить казан на огонь. Можно его поставить прямо в огонь, в горячие угли, но мне удобнее будет готовить на вот этой решетке гриль. Нальем на дно казана немного подсолнечного масла. Добавим ароматный лучок. Лучок немножко подрумяним. Теперь главный ингредиент – мясо кусками, как на шашлык. У меня это свиная шея. Немного посолим. Немного ароматных специй, ваших любимых специй к мясу. Сверху в мясо выкладываем картошечку. Казан большой, картошечки можно было бы и побольше. Вновь, друзья, немножко соли. Снова щепотку специй. Томаты. И, конечно, сладкий перец. Перед тем, как закрыть афганский казан, проверяем, на месте ли у нас прокладка и свободно ли ходят клапаны для стравливания пара. Оставляем казан на огне до тех пор, пока из клапанов не пойдет пар. Если любите поострее, то добавьте в блюдо красный перчик. Ну а вот воду добавлять ни в коем случае не нужно. Сока, который содержится в овощах и мясе, будет достаточно для того, чтобы блюдо получилось очень сочным. Афганский казан – очень комфортное устройство для приготовления. Потому что если погода испортится, можно взять казан и приготовить блюдо дома. Как выбрать афганский казан, мы вам уже рассказывали в нашем предыдущем ролике. Но я позволю себе напомнить, что мы выбрали для вас самые популярные модификации казанов, которые представлены в магазинах Farnax в городе Новосибирске и на сайте farnax.ru. Итак, пар пошел. Это означает, что блюдо уже вовсю готовится. И нам осталось только убрать угли из-под казана и дождаться, когда блюдо будет готово. А это 20-30 минут. Купить такой казан ты можешь на сайте farnax.ru, и только сейчас по промокоду YouTube ты получишь на него отличную скидку. Кстати, о YouTube. Подпишись на канал, ведь впереди еще много вкусных рецептов. Совсем скоро я приготовлю для вас отменную солянку. Время-то я не засек, пусть будет 20. Пока блюдо... Тучка. Ну сейчас тучка уйдет, я вам все расскажу. Пока блюдо готовится, расскажу о трех правилах пользования афганским казаном. Не нагружая его больше, чем на 2/3. Проверяя перед пользованием, на месте ли прокладка и работают ли клапаны. И обязательно стравливая давление перед тем, как открыть казан. И похоже, что у нас как раз все готово. Что ж, джина мы выпустили, пришла пора снимать пробу. Казан уже не горячий. А мясо-то растаяло. О, друзья, смотрите, какое мясо, какое мягкое мясо.
Картошечки надо. Ладно, еще мяска. Картошка готова, мясо готово. Красота. Вы только полюбуйтесь, какая красота, как аппетитно все выглядит. Мясо приготовилось, разваливается. Картошечка пропеклась. Попробуем. Тает во рту. Друзья, вот иногда в комментариях вы пишете: не кушай на камеру. Хорош завидовать. Берите промокод YouTube и бегом на farnax.ru. Заказывайте афганский казан и будете, как мы, сыты и довольные. Ну а на сегодня все. Пойду-ка я возьму еще и лепешку. Так что до новых встреч. Счастливо. Пока.